Приветствую вас, друзья, на моем канале. Всех бродяг, любителей активного отдыха. Наконец-то прозвучала данная фраза на моем канале. Я думал, до весны ее не произнесу. До весны никуда не пойду в лес, потому что январь у нас выдался аномально холодным, и аномальные 50-градусные морозы сменялись тут же на теплый, ребят, воздух. На теплую погоду, но погода, ребят, теплая сопровождалась тем самым метелями, буранами, снегопадами. В общем, ребят, навалило такое количество снега, я еще столько, наверное, за свои 33 года не видел, наверное, ни разу, ребят. Вот, это какой-то снежный апокалипсис. Целую неделю у нас мело, ребят, просто вьюга завывала. На балкон выйдешь, да ну какой поход, думаешь, лучше дивана в данный момент ничего нету. Но душа просится, душа требует общения с природой, требует горячего таежного чайка, чего-нибудь вкусненького на костре. И поэтому сегодня, ребят, я отправился в поход. Поход у меня дневной, без ночевки. И, наконец-то, за свои последние, ребят, 2 года я решил одеть лыжи. Лыжи у меня охотничьи, широкие, обшитые камусом. Вот такие вот Россия, ребят. Лыжи уже старенькие. Но тем же самым они, ребят, новенькие. Потому что я хожу на лыжах редко. В основном стараюсь прорываться как-то так по снегу. По колено, там, выше пояса, без разницы. Преград мы не боимся, мы сибирские люди. Но в этот раз даже и лыжи не слушались ног. Лыжи сами по себе, где-то там под снегом, ребят, снега выше колена. Идти невозможно, лыжи тонут. Тут, не говоря еще какие-то на снегоступах идти, ребят, тут лыжи-то он. 1,35 м, наверное, они и то, ребят, прям до самой земли почти тонут. Снег рыхлый, как сахарный песок такой. Ну, ничего, нашел тут такое укрытое место, чтобы не копать много снега, не расчищать. Тут под такой пышной пихтой остановился. Сейчас маленько сделаю небольшой такой занавес. Закрою лапником. Тут типа как
домика такого сделаю и разведу костер, приготовлю что-нибудь вкусное. Ну, в общем, все как вы любите, ребят. Самое главное, что мы с вами встретились за весь этот январь, ребят. Аномальный. Вот, и наконец-то все-таки я в походе, в тайге нахожусь, ребят. Как-то в четырех стенах все-таки не то сидеть. В тайге лучше. Так что, ребят, смотрите, не переключайтесь. Думаю, вам понравится данное видео. Сейчас сразу наломаю сухостоя, чтобы по несколько раз по такому снегу не бродить, не ходить. Во. И потом буду небольшие пихтовые веточки загородку тут делать. Вон там вот. Загорожу маленько, чтобы снег не попадал на меня. Не сыпал. Так. Ну вот так вот я тут заложил, а там ветки будут уже снег этот весь сдерживать. Даже сюда потом можно будет с ночевочкой прийти, я думаю, нормально будет. Ну все, тут особо снег на меня не нападает. А то сейчас костер будем жечь, и снег будет таять сверху. О. Вот так вот здесь вот спрячемся. Ну вот так. В общем, ребята, у меня укрытие такое, потому что на улице снегопад идет. А вот здесь вот я уже разведу костер. Вон, ребят, еще трава зеленая. Докопал до травы. Земляника. Земляничные листья. Ну, ничего страшного. Вот сугробы какие наметенные. Снежные шапки, ребят, на деревьях. Сейчас маленько еще веточек наломаю, то боюсь, мне не хватит. Сухих. О.
Вот вам пример, ребят, живой. Вот я шел на лыжах, проваливался. А вот я провалился без лыж, просто выше пояса. Вот так вот у нас, ребят, снега нонче. Нынче нонче. Даже не знаю, как сказать. Вот так вот мы ходим. У нас, если без лыж идем. Березонька, березонька, дай ко мне маленькой бересты. Все-таки на лыжах куда поприятней по такому снегу топать. Идти топать или шагать, не знаю даже. Сегодня у меня будет чаечек, ребят, такой вот рассыпной, листовой, с чагой. Взял с собой немножко чаги, потому что в лесу сейчас ее найти проблематично, а я домой запас. Поэтому сегодня буду чай пить, ребят, таежный, с чаги. Соскучился по запаху дыма, по треску костра. Ой-ой-ой. Почти месяц, ребят, не разводил костер. Сегодня, ребят, я, наверное, сварю супчика и пожарю мяска. Я сюда взял немножко свининки. Сейчас у меня морковка, ложка, 3 картошины, лучок, соль, специи. И, ребят, вот такие вот 2 кусочка стейка. Ну, из одного стейка я хочу приготовить супец. Вот, потому что хочу немножко жирненького похлебать. Закипит чайник. Наберем еще сюда снега. Много варить не буду, так покушать на раз. Вроде сейчас закипит. Сегодня у меня помощник, ребят, вот такая вот финочка. Это настоящий финский нож вами. Бочкообразная рукоять с черного граба и карельская береза. Сталь, ребят, H12MF, кованая. Ну, кому интересно, будет ссылочку оставлю в описании.
Больстер, латунь. Длина, ребят, клинка 110 сантиметров. Общая длина 130, по-моему, если мне память не изменяет. Ну вот. Сейчас запарим как раз чаечек. А этот котелочек на огонь поставим. Что-то он как-то боком, что ли. Ладно, пускай вот так. Так. Так, так, так. Пока ничего не остыло у нас. Заварим чайка. Чай черный листовой, ребят, вот такой. Крепкий я чай не пью, поэтому чаечек у меня будет слабенький. Немножечко, ребят, чаги добавим. Я, кстати, вот эту вот срезаю, потому что ее не надо, ребят, запаривать ни в коем случае. Всегда запаривается черная часть, а это уже идет от дерева. Потому что многие путают, ребят, как правильно запаривать чагу. Всегда запаривается вот эта вот часть. Ни в коем случае ни береста, ни вот это вот. Потому что береста и вот эта вот древесная часть, она даст горечь. Вот, поставим на запарку. Поближе к костру завариваться. Ну, а я сейчас пока нарежу, ребят, приготовлю мяско. Вот с этого вот кусочка у меня уже все тут растаяло. Такой вот, ребят, кусок свининки. А мусор не разбрасываем. Ребят, поехали. Ладно, вот такими вот кусочками мы его сейчас нашинкуем. О, рез какой, ребят. Плавный. Даже давить не надо. Кусочками разделаем. Вот, думаю, хватит на супчик. И заодно сейчас почистим картошечку нашу. Блин, какой острый. Хоть бы без пальцев не остаться. О. Картошки тоже, наверное, много не буду чистить. Так уже. На раз, чтобы покушать. Вкусно похлебать горяченького. В тайге, да. В такую, ребят, метель. Надо в тайге супчик горяченький кушать. И мясо жареное. Аппетит на природе просто зверский. Поднимается.
О, какой чаек, ребят, запарился, как смотрите. Вкуснотища. Блин, он все-таки отличается, ребят. Таежный чай от домашнего. Домашний в чайнике вскипел, а этот на костре с дымком такой, с запахом дыма. Так, у нас тут, наверное, уже вовсю кипит. Пустить будет свининку. Да, вода кипит. Ой, что-то много-много-много воды, походу, налил. Отольем чуть-чуть. Вот, думаю, вот так хватит. Так, и спустим наше, ребят, миско. О, пускай варится. Ой, как я давно, ребята, не готовил. Аж соскучился по лесной кухне. И заодно сейчас приготовим решетку. Короче, ребят, у меня родной мешочек развалился после стирки. Я его решил постирать, а он разлезся. Поэтому вот в такой вот кобуре ношу. Сейчас мы нашу импортную решетку приготовим. О, где-то дятел долбит, настукивает, ищет жучков, червячков, лечит дерево. И пожарим наш стейчик. Так. Такой вот у меня будет сегодня царский, можно сказать, обед. Готово. Горячая. Думаю, пора картошку, наверное, спустить. О, пускай варится.
Это дятел прям настукивает рядышком. Ой, ребята, смотрите, а вкуснотища какая. С морковочкой. О, липота. Красота, да, липота. О, а еще после такого обеда даже домой потом не хочется будет, наверное, идти. Хоть здесь оставайся. Навар обалденный. Потом лучок сбросим. Пускай кипит. Мяско тоже уже на подходе. Стейк. Блин, как здорово в лесу. Хоть, ребят, и снега много. Смотрите, как. Как у зимней сказки. Обалденно. Вот под этой елкой я, ребят, нахожусь. Под высоченной. Вот в таком вот. В красивом месте. Живописно. На запах летят птички. Ну что, братцы, сестрицы мои, будем, наверное, обедать. Мне уже не терпится, ребят, приступить к трапезе. Че, мы сюда зря пришли, что ли? Я уже покрошил, ребят, лучок добавил. Ну, сейчас заценим наше фирменное блюдо. О, ребята, просто космос. Так что милости всех прошу. Наготовил, ребята, я от души. Правда, мяска на всех вас не хватит. Будете жижку хлебать. Да я поделюсь, я не жадный. Шучу, ребята. Смотрите, какой вкуснотища какая у меня тут. Мне самое главное, жижки побольше. Я люблю бульончик. Оба это на огонь поставим, чтобы не остыло. Ну что, хорошие мои, приступим. Так, а где мясо-то? Я тут что-то вожу, мясо не вижу, вот оно. Ну, приятного аппетита. Вот когда мяско-то у меня тут дойдет. Ой, красота какая. Ой, прям красота, ребята. Мяско попробуем. Свининка. На ура, ребят, сквар. Мягенькая. Ой, с домом, с домашней пищей не сравнишь.
однозначно. В лесу вкуснее. Ну хоть вроде хоть снег перестал. Слава тебе Богу. А то лыжню бы замело, пришлось бы опять по колено лезть. Угощайтесь, ребят. Такое вы нигде не спробуете. На диване точно не получится такое блюдо. Сейчас сяду в позу лотоса и буду сидеть, вкушать вкусную пищу. Раз вот так вот миску туда поближе подвинем. Что-то оно долго сильно у меня тут жарится. Ускорить надо процесс. Сейчас супа наемся, ребят. И миско не захочу. Как я люблю на природе, ребят, кушать. На свежем воздухе. Мне кажется, на свежем воздухе в меня два котелка влезет. Ребята, смотрите, как прожарился. Еще маленько пускай. Ну что, друзья мои, на этом мой поход подошел к концу. У нас уже вечереет. Спасибо, что посидели со мной у костра. Ну, всех рад был вас снова видеть. Увидимся, друзья, в походе. С вами был канал Сибирский Бродяга. До скорых встреч.